решения власти и много критериев, за которые он может сесть в тюрьму и должен сидеть за это. Вот это Конституция. Он внес поправки ради того, чтобы править вечно. После 24-го года он нелегитимен. Это официальное заявление всех цивилизованных стран. Путин уголовник. Живи, Беларусь! Слава Украине! Героям слава! Я позвонил на горячую линию, представился как россиянин. Они отказались выходить. Причины какие-то глупые. Но в связи с этим я ультиматум от Балтийской республиканской партии кладу им в почтовый ящик. Пускай читают и воспринимают его всерьез. Шутки закончились.